Да, я тебе перезвоню все, давай. Это наш логин. Как бы я за него заплатила деньги. А меня привезли в какую-то лачугу. В смысле, моя мама? Нет, я оплатила. Вообще-то я. Извиняюсь, Дика. А чем мы тут должны питаться? Как бы я тоже человек, и мне нужно, ну, как бы питаться. Чем мы будем питаться? Знаете, я не буду этим питаться. Как бы... Я сейчас заплатила. Да я оплатила за эту поездку. Это был ненормальный раз. Скорее. И заливаться за это тихо вашего. Что мне хотя бы нормальный видос? Да, ваша это трек. В смысле мы отправляемся в поход? Ну, я как бы... В смысле, мне типа как бы мы идем в поход. Мне еще нужно закрыть. Я еще и за это деньги платила. Ладно, закрываю. Можете идти быстрее. Мне как бы нужно закрываться. Какие вы долгие. Да, трэш, такие долгие. Мне же нужно закрываться как бы. Трэш. Блин, Нина Сергеевна, нафиг сюда нас поход как бы отправили. Тут же идти нельзя. Ну, наконец-то мы вернулись с этого как бы похода. Закрываю, да, опять я. Нет. Давайте я закрою. Они ничего не умеют. Сейчас закроем. Что за фигня? Она не закрывается. Нина Сергеевна. Эти браконы какие. Да, умею закрывать. Да я умею, сами вы не умеете. Вот, смотрите. Все закрыло. Алло, привет, Пашенька. Привет, Катюшка. Когда ты мне с этого лагеря теперь? Как бы что? Я твоя девушка. Ну, я знаю, что меня мама отвезла. Но ты мой парень, ты должен меня забрать. Все, с тобой незачем говорить.